Чебоксарах состоялся 20-й съезд журналистов республики. Участники обсудили работу творческого сообщества за 5 лет и обозначили цели и задачи на ближайшее время. Напомним, что в региональное отделение входит более 500 человек. В работе съезда приняли участие 49 делегатов. Прошлый год стал для журналистов непростым. Ограничительные меры не позволили корреспондентам стать свидетелями многих интересных событий. Некоторые материалы готовились онлайн. Помогли цифровые технологии. Все газеты выходили в обычном режиме. Правда, человеческого общения не хватало. В удаленном формате проходили даже традиционные дни главного редактора. Так получилось, что даже вот последний год по всем известным причинам лишил нас тесного общения. И это одно из немногих поводов встретиться и обсудить наши насущные проблемы. За 5 лет прошло много событий. И работу и Союза журналистов, журналистики, редакции газеты необходимо корректировать. И это отличный повод пообщаться с коллегами, чтобы принять верное решение. В 2023 году Союз журналистов отметит 100-летний юбилей. К этому событию планируется возобновить издание энциклопедии чувашской журналистики. На одной из встреч с главой республики обсудили введение звания «Заслуженный журналист Чувашской республики». Работники СМИ надеются, что так и будет. Говорили о новых кадрах, о системе подготовки молодой смены. По решению членов объединения, председатель Чувашского отделения Союза журналистов Валерий Комиссаров будет исполнять свои обязанности еще 5 лет. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.